Часто мы переоцениваем важность красоты, которая, увы, проходит, ведь сильный характер намного ценнее, потому что он останется с нами, даже несмотря на внешние изменения. Турия Пит родилась на Таити, а затем в возрасте 3 лет вместе с родителями переехала в Австралию. Она выросла в городе Ула-Дула, ходила в местную школу. Там еще девочкой Турия познакомилась с Майклом Хоскином. Они долго встречались, были просто идеальной парой. Оба красивые, загорелые, с одинаковыми взглядами на жизнь и общими мечтами. Но все изменилось в 2011 году. Случилась настоящая беда. Турия участвовала в ультрамарафоне в Западной Австралии, когда в лесу случился страшный пожар. Девушка оказалась в ловушке, из которой не смогла выбраться, так как вся природа вокруг нее была объята пламенем. В итоге лицо и тело девушки сильно обгорели. Огонь обезобразил около 65% кожных покровов Турии. До пожара девушка была настоящей красавицей, после происшествия ее просто невозможно было узнать. Конечно, Турия очень болезненно переживала произошедшее. Она потеряла пальцы на правой руке, была на 5 месяцев помещена в больницу, где врачи сражались за жизнь девушки. Но самое страшное, внешность красавицы была испорчена навсегда. Какая девушка сможет смириться с этим? Но есть в этой истории то, что делает ее вовсе не такой печальной. Когда произошла трагедия, Майкл был парнем Турии, но он даже не думал оставлять свою любимую. Вот что мужчина сказал о Турии. «Меня привлекла ее душа и ее характер. Она единственная женщина, которая продолжит осуществлять мои мечты». Парень не только не разошелся с обезображенной пожаром девушкой, но и предложил ей руку и сердце. Он захотел связать свою жизнь с Турией, которая была для него чем-то намного большим, чем просто красивая девушка. Он по-настоящему любил свою женщину, поэтому даже не представлял, как можно бросить ее только из-за испорченной внешности. Турия 2 года восстанавливалась после пожара. Она перенесла операции по реконструкции лица и тела, физиотерапию. Все это время девушка испытывала чувство вины перед Майклом, даже пыталась оттолкнуть его от себя. Турия не хотела, чтобы любимый жил с такой, как она. Вот только мужчина не переставал поддерживать девушку в ее борьбе, всегда был рядом. Майкл даже бросил работу полицейского, чтобы как следует позаботиться о Турии. А в июле 2015 года мужчина сделал свое возлюбленное предложение. Это событие произошло в романтической обстановке на отдыхе на Мальдивах, и уже через год Турия и Майкл стали мужем и женой. Мужчина признается, что купил обручальное кольцо еще в 2011 году, когда с любимой случилась описанная выше трагедия. Он знал, что не уйдет от нее, просто ждал подходящего момента, пока Турия восстановится и окрепнет. Вот что девушка говорит о своем муже. «Мы пережили что-то катастрофическое и чрезвычайно травмирующее, и, возможно, это звучит глупо, но мы живем лучшей жизнью и совершенно счастливы». А вот что говорит о своей жене Майкл. «Она не хочет, чтобы люди ее жалели, она просто хочет жить дальше. Она красивая, вы знаете, она потрясающая». Сейчас Турия и Майкл воспитывают 2 очаровательных и совершенно здоровых детей. Сын Хакавай появился на свет в декабре 2017 года, мальчик Раити – в феврале 2020 года. Страшная трагедия не помешала Турии стать женой и матерью, жить свою лучшую жизнь рядом с самыми близкими людьми. Только внешняя красота не позволит нам быть счастливыми, привлечь настоящую любовь. Прекрасные внутренние качества, сила характера, доброта и смелость – это то, что останется с нами, даже если мы утратим привлекательность своей внешности. А еще рядом с нами всегда будут только наши люди, те, кто выбирают нас за характер, а вовсе не за внешнюю красоту. На этом все, друзья. Делитесь видео, пишите комментарии и ставьте лайки. До скорого!